Доброе утро! Сегодня попьем чай из сирени. Почки цветов. Вот. Они самые сейчас жесткие такие. Ну, это для сердечников. Вот так вот рву я их. Да. Так, набрал сколько мог. Сейчас дома буду обрабатывать. Ну, пошли к дому. Иди, старин. Вот так веточку берем. И нам нужны только цветочки. Нам эта зелень не нужна. Эти вот палочки нам не нужны. Теперь все это я залью кипяточком. Ну, не совсем кипяточком, немножко остужу воду, потом залью. Это градусов до 90. Так. Это достаточно уже. Ай, хватит уже. Понесу. Ну, сирень заварилась. Уже остыла. Можно наливать. И смотрите, что происходит. Вот цветы сирени, да, они были фиолетовые. А там внутри стали зелененькие. Вот так вот горячая вода действует на фиолетовый цвет. Так, наливаем. Вот такой приятный цвет. Зелененький такой. Светло-светло-зеленый. Ну и пробуем. Необычно такой резкий удар вкуса. Горького такого. Слегка кажется, что сладкое. Нет, это горечь. С таким странным подозрительным. Еще привкусом, как бы в нос бьет немного. О, как теплый чай на холодном воздухе. Пить можно, пить можно. А сейчас я собираюсь в город Стренчи. Там праздник плотов будет. Плоты будут сплавляться по реке Гауя. Вот сейчас собираюсь и еду. Там будет ярмарка. Ну, может быть, что-нибудь там приобрету, не знаю. Ну, так, по мелочам. Особо не буду увлекаться. Собираемся. Поехали.
Давай, Тари, Интера. Сюда летай, Деса. Aplaudēt drosminiekiem, kurus nepiedē ne vējš, ne sūrais Latviju lietus, tie ir vīri.